по поводу переезда в чате спрашивают. Так что переезд? Я был в другой комнате. Той. За этой стенкой там есть еще одна комната. Изначально, когда я переезжал в эту квартиру, тут были две комнаты с кроватями. Вот, то есть тут сзади меня была кровать. И в той комнате была кровать. Я сказал то, что с этой комнаты, где я сейчас нахожусь, вытащите кровать, потому что здесь я хочу сделать себе рабочее место. И когда я сюда приехал, они вытащили кровать из той комнаты, а здесь оставили, то есть они все перепутали, я такой ядрить колотить, и сделал себе рабочее место там. Но когда на меня очень сильно начали жаловаться соседи, то что я кричу, и когда мне начали угрожать то, что скоро меня отсюда выгонят, один раз, второй раз, даже во время записи снайперов ко мне стучали в дверь, мне стучали в дверь несколько раз, приходили, жаловались, я понял то, что если я буду так продолжать, меня рано или поздно отсюда выгонят. И я в один день тупо распсиховался, и просто вручную вынес отсюда кровать. Кровать огромную сам из этой комнаты вытащил по кускам. Этот огромный стол, который весит 60 килограмм, я из той комнаты сюда перетащил. Чуть 20 раз не обкекался, честно сказать, но я все сделал. То есть вокруг меня совершенно нет соседей. Вокруг меня только я нахожусь. Соседи разве что сверху и снизу, как бы. Но все, кто на меня жаловался, только со стороны, там, где я... То есть, когда я записывал ролики, сзади меня были соседи. А сейчас как бы вокруг меня никого нет. Поэтому я могу орать жопа! Ну, разве что если сверху и снизу на меня будут жаловаться.